нас здесь такой для детишек площадка. Вот у нас янтарный сделали. Здесь огорожено все заборчиком типа лира, или как это называется. Бочки. Я так понимаю, этот пляж платный, какое-то количество денег стоит это удовольствие. Вот. Лежаки точно денег стоят, я больше чем уверен. Грибки, наверное, не стоят денег. Такая вот здесь переодевалка. Везде мусорки, синий флаг мадетский, ребята что-то монтируют. Вот щиток. Наверное, на нем что-то будет, что-то разместят, я так думаю. Указатели, что запрещено делать на пляже. По идее, такие таблички должны быть на всех пляжах, чтобы люди знали, за что их наказывают, за что им штрафы выписывают. У нас ведь все выходит, вернее, происходит от незнания, а не от того, что люди не хотят чего-то делать. Еще стопка лежаков. Солнце сегодня просто ураган. Вот. Пляжный бар. Написано, что там есть Wi-Fi. Будем надеяться, что это так. Вот прикольно сделано, а-ля соломенные. Прейскурант. Вот прайс. Лежака, бла-бла-бла. Как-то вот так. Тут у нас температура воды. Воздух, вода, время, электронное там. Здесь у нас спасатели, спасательная станция, если вдруг кто захочет заплыть далеко. Вот здесь можно ополоснуться. Душевая кабинка под открытым небом. Водички попить можно. Назначение вот этого стенда мне непонятно, если честно. Наверное, доработают. Вот. Там у нас туалета. Машину припарковать можно вот там. Вот там. Что еще у нас здесь есть? Есть у нас еще, это, видимо, VIP по-дорогому. Стоимость аренды VIP лежака. 700 стоит. Так, корзины для загорания везде, бла-бла-бла. Вот как-то так здесь интересно. Вот такие лежачки, то есть грипп вам на голову этот одевают или не грипп. Администрация, охрана, медик. И вот такие вот штучки. Вот это, наверное, VIP. VIP, наверное, ласкают и укачивают. Хотя, может, и нет. Как-то так тут все выглядит.